Мое первое знакомство с печеночным грибом состоялось еще в 86-м году. Смотреть английские новости, знаете, типа Евроньюз. Я тоже помню, так, знаешь, пустовато сходили, очень не смотрю вот эту штуку, но покрутила, знаешь, как думаю, надо взять, попробую, посмотрю. Ну, пришла, начала читать, а там оказывается вау, деликатесина, там вся фигня, куча витаминов. Да. Я не понимаю английский, но мне, знаете, раздражают ребята, которые разговаривают. Ну да, вот полезно, да, все-таки взять и приносить с собой. Знаешь, точно так же я курицу. Что ты хочешь, что ты хочешь? Ну прикольно, скажи по-русски, тебе как проще сказать по-русски. Принесла, как начала читать, а там и все дергаются, знаете, и супы, и жареха, и вот он реально как курица. Купи мыло, прошу тебя. Несмотря на трутовик, он тоже делает как-то. А есть женатики? Есть женатики, поаплодируйте женатики. Самые грустные аплодисменты за все историю. Мой вам совет, не надо рассказывать своей жене про своих друзей холостяков. Вообще не стоит говорить про своих друзей. Идеально вообще с ними разговаривать, да, но...